Дорогие друзья, здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Светлана. И сегодня презентация одних из самых старинных марок парфюмерии, очень известной, очень дорогой. Поговорим о парфюмах английской компании Creed. Но прежде чем рассказывать об ароматах, я хотела бы сказать, что я давно мечтала об этом парфюме, одном из них хотя бы, но это очень дорогие парфюмы. И я заказала на рандеву вот такой аромабокс. Я уже делала презентацию одного из аромабоксов этой компании. Рандеву – это один из крупнейших интернет-магазинов. Работает он очень давно, популярность у него очень высокая, и парфюмы, которые, в частности, я приобретала, они действительно соответствуют качеству. Кроме того, я хотела бы сказать, что компания «Рандеву» очень тщательно подходит к исполнению своих обязательств перед покупателями, быстро оформляют заказы, качественно оформляют заказы. Я уже показывала в прошлый раз, в какой упаковке, простите, шуршит, они все это подготавливают, упаковывают. При этом они, естественно, представляют накладную со стоимостью. Вот я заказала этот Creed. Стоимость его, этого бокса, 4032 рубля. Но с учетом скидки, которая у меня есть, это было дешевле. И кроме того, еще и скидка, действующая сейчас в самом магазине на всю продукцию от 25 до 50%. Чем удобен данный аромабокс? Вот. Вот здесь видите надпись Creed. Открываем. И вот здесь 8 парфюмов. Даже один парфюм сейчас купить проблематично. Посмотрев ценник, я увидела, что самый низкий порог 23 тысячи рублей. Ну, понятно, что купить это мне, в частности, невозможно. А вот приобрести сразу 8 парфюмов – это очень даже удобно. Кроме того, вот мы в ближайшее время с внуком собираемся в путешествие. Я просто возьму эту коробочку с собой. Она ничего не весит, в принципе. Но всегда у меня будут парфюмы. Парфюмы и на день. И поскольку мы планируем пойти в театр, то и на вечер у меня тоже будет парфюм. Так можно взять с собой только один флакон. Причем, если не оформлять багаж, то можно маленький флакончик только взять с собой. И если ты пожелаешь взять флакон, в котором у меня там, допустим, 75 миллилитров, я бы взяла, то, скорее всего, его просто на досмотре заставят выбросить. Поэтому это очень удобная вещь. Подобрано очень хорошо. Все эти парфюмы упакованы в стеклянные флакончики. То есть они не контактируют с какой-то пластмассой. Здесь удобный распылитель. По прошлому боксу я уже отметила для себя, все распылители абсолютно работают хорошо. Одного такого флакончика хватает на 35 пшиков, будем говорить простым сленговым языком. И поэтому это очень удобно. Очень рекомендую тем, кто хотел бы приобрести дорогие парфюмы, но не может себе позволить, вот воспользоваться такой опцией, как заказ аромабокса. На рандеву, помимо монобоксов, то есть парфюмов одного какого-то
парфюмерного дома или модного дома, можно подобрать абсолютно разные. У них в ассортименте более 50, по-моему, этих аромабоксов. Там есть и летние парфюмы подобранные, есть для него, для нее. Ну, словом, полет фантазии может быть любой, и желание любое может быть удовлетворено вот таким аромабоксом. Итак, компания Creed. Не поверите, но она была создана в 1760 году в Англии. Была создана на базе ателье модной одежды, которую создал Джеймс Генри Крид. И до середины 20 века эта компания выпускала одежду. Одежду для царствующих, королевствующих особ. И только в 1854 году был издан, создана специальная композиция для короля Георга III. В 1854 году компания Creed стала поставлять одежду королевскому двору Франции. И тогда же была открыта штаб-квартира в Париже, где также удачно изготавливалась одежда для монарствующих особ. Кроме того, надо сказать, что во второй половине 20 века начали активно выпускать парфюмерию. Но парфюмы изготавливались вначале тоже для царствующих особ по их заказам, а впоследствии это перешло, так сказать, в массовое производство, и парфюмы Creed очень известны. Еще раз повторюсь, они достаточно дорогие, поскольку используется очень много натуральных ингредиентов. В настоящее время компанию возглавляет уже седьмое поколение Creed'ов, но в 2020 году производство было перепродано американцам, но наследники Creed'а остаются там исполнительными директорами. Больше не буду пока ничего рассказывать об этом. Скажу только, что первый парфюм для массового производства был выпущен в 1985 году, и назывался он «Зеленый ирландский твид», «Green Irish Tweed», получивший очень большое признание в публике. Ну, а мы поговорим о других. Итак, первый парфюм «Aventus», «Aventus for Her», для нее. Я уже их тестировала. Кстати, хочу сказать, что в некоторых магазинах я видела вместо блотеров вот бумажных салфеточки. И однажды я спросила, говорю, а бумаги-то не хватает, но салфетки перешли. И мне консультант объяснила, что, оказывается, лучше слушать парфюмы именно на салфетке, потому что по структуре своей они больше приближены к коже. И правильней услышать парфюм можно именно на вот тонкой такой бумаге, а не на плотном блоттере. Но вот я на салфетки нанесла. Конечно, потрясающие ароматы. Обо всех восьми ароматах сегодня рассказывать не буду, потому что, ну, мы знаем, да, больше трех ароматов все равно обонятельные рецепторы правильно не воспринимают. Слухи о том, что после каждого обоняния прослушки парфюмов
надо понюхать кофе, это тоже неправильно, потому что кофе – это такой же, простите, аромат, который ложится на тот, который вы только что слушали, парфюмерный. Поэтому послушаем сегодня всего несколько, а следующий в следующем видео. Итак, «Авентус» для нее выпущен в 2016 году, относится к шипровым фруктовым, в составе композиции бергамот, пачули, розовый перец, зеленое яблоко, мускус, роза, сандал, черная смородина, амбра, иланг-иланг, персик и сирень. Но что услышала я? Сейчас попробую все-таки я на этот блоттер нанести. Он очень такой многогранный. Я вот говорю, что вот это я уже не буду на блоттер наносить. Чувствуется иланг-иланг, чувствуется сирень. Ну, пачули прям вот явно здесь. Но они такие, какой-то кремовый, что ли, оттенок тут есть. Хотя и шипр просматривается, тут слышишь его. В общем, такой достаточно утонченный, но единственное, что хочу отметить, что вот слушала их где-то минут 40 назад по времени, а аромат стоит в комнате нереальный просто. Ну, может быть, от того, что действительно очень приятный. А здесь много натуральных ингредиентов. Хотела бы отметить еще, знаете что? Что вот эти отливанты, они взяты из оригинальных флаконов, поэтому сомневаться в оригинальности не приходится. Итак, этот «Авентус», ну, я бы сказала так, он, наверное, очень такой, Багира, нельзя, красивый, элегантный, и в то же время немножко какой-то колкий, что ли. Ну, вот эта шипровость здесь выходит. Прям вот и цитрусы вдруг послышались. Да, очень приятный аромат. А перейдем ко второму. «Любовь в белом». 2005 год, и это цветочно-восточный. Вот этот очень просто мне понравился. Ну, может, потому что я люблю Восток, но начало очень интересное. Почему-то здесь сначала вроде как апельсин, а потом вдруг и ваниль, и амбра, и как-то вот... Мне показалось, что здесь даже магнолия есть. В Турции, когда мы идем на море, то мы проходим мимо сите, которые окружают магнолии. Поэтому запах магнолии я знаю. И вот мне кажется, что в этом парфюме это есть. Что здесь? Апельсин, ирис, нарцисс, рис, роза, жасмин, сандал, амбра, ваниль. Нарцисс прочитала. Ну, очень такой. Ну, вот как интересно, здесь вроде бы и апельсин, и вроде бы как сливочное что-то. Достойный. Достойный, очень дорогой. Очень красивый аромат. Итак, это Love and White, «Любовь в белом», 2005 год.
цветочные, восточные. Следующий аромат Love in Black. Любовь в черном. О, ну это серьезный такой. Причем, когда слушала вначале, он мне таким не показался. А сейчас, слушайте, какая фиалка. Какая фиалка. Потрясающая. 2008 год. Цветочные. Фиалка, виргинский кедр, гвоздика. Гвоздику вообще не слышу. Ирис, мускус, черная смородина, розы. Слушайте, он такой обольстительный. Но вот это вечерний. Прям настоящий вечерний. Вот этот пойдет в театр. Какой он утонченный. Нет, пудру не чувствую вообще. А вот и тоже кремовое что-то. Ой, какой он просто обаятельнейший. А Love in Black 2008 год. Потрясающий. А следующий аромат Royal Princess Oud. Королевская принцесса Уд. 2015 год. Вот, я не показываю, а зря. Ну, наверное, и не будет так видно. Каждый флакончик подписан. Ой, простите, соседи ремонтируются. Ну, вот это жасмин. Ой. А здесь ирис какой красивый. И очень прохладный аромат. Royal Princess Oud. Очень. А что содержит? Бергамот, фиалка, роза, ирис, пачули, ваниль, жасмин, сандал, стиракс. Даже не знаю, что это такое. Но вот какой-то мед вроде бы здесь очень приятный. Чуть сладковатый, чуть пудра. Ну, наверное, ирис, да, есть. Ирис пудру дает нам. Ой, какой приятный. Нет сладости, нет вообще. Очень достойный. Очень достойный. Дорогие друзья, Royal Princess Oud, 2015 год, цветочно-восточный. Я бы даже сказала, пудрово-кожаный. Вот кожа прям очень приятный. Ну вот я думаю, что на сегодня 4 ароматов достаточно. Они такие богатые. Наверное, не зря они дорого стоят. Очень рекомендую присмотреться и, может быть, действительно подарить кому-то или удовлетворить свои потребности, приобретя вот такой замечательный аромабокс. А следующее видео про другие 4 парфюма. Это будет Тубероза Индиана, Ирис Тубероза, Цветы Гордении и Аква Флорентина. Флоренция, что-то, да, вода Флоренции. Спасибо, что были со мной. Ссылочка на промокод на скидку 10%, которая будет суммироваться со скидкой, которую дает магазин,
на весь парфюм от 25 до 50%. Скидка предоставляется при заказе на сумму от 2500 рублей. В описании к видео все укажу. Спасибо, что вы были со мной. Желаю всем здоровья, мира, покоя, радости, несмотря ни на что. Будьте счастливы. Спасибо. С уважением, ваша Светлана. Пока-пока.